Меня зовут Коля Перекличка. Я из города Екатеринбурга. Я приехал со своим кораблем Мистралем, сделанным с пропом, за 6 лет. Но он еще не закончен. Будем его заканчивать до конца. Каждое воскресенье мы приезжали в кружок и строили. Выступали с ним на городских, на областных и на всероссийских соревнованиях. И, конечно, с ним побеждал. У него очень большая детализация и очень красивый вид. И большие детали у нас закончены, но вот маленькие еще нет. Получается, он сделал из смолы, из светлой ткани, из оргстекла, жести, проволок, получается дерево, бук и получается ткани, вот, флаги, ну и маленькие еще подручные материалы. То есть у нас была одна заготовка. То есть я брал это надфилем, я брал потихонечку, чтобы она старалась быть похожа на другую. Украсили мы нитрой краской, чтобы она долго стояла. Как видите, она стоит долго уже, 6 лет. Ну, получается, большую часть он делал, а я помогал ему. Вот, ну, вот, к примеру, вот одну деталь я вот сам делал. Кнехт.